Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за инков Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели начало партии, то рекомендую перейти к первой серии, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке сообщества. Приятного вам продолжения просмотра. Ученица, дворец. Ну что там, как там? Я смотрю, театралочку, у Астрака стало больше и мощи, а у канадца меньше. Блин, где-то убили мне каравеллу. Тяжко, война тяжко. Ну, у меня прям куча чудес, кстати, будет построено. Не хочу этот вырубать банан, оставлю его. Тут было бы выгоднее, конечно, гавань поставить. Сюда гавань, сюда центр коммерции. Потому что центр тут бы имел плюс 2 и, соответственно, плюс 5, что ли, у него было бы. Да, там реально война. Мне надо вкуска что-то крутое построить, хотя бы... А, ну блин, да, я, конечно, я же хотел поставить. А, мне надо как-то увеличивать население, мне не хватает... Может, театралка вкуска где-нибудь нормально встанет. Ну, вот придется на место... Театралка встанется вот сюда, видите, плюс 6. Два чуда... То есть надо построить... Давайте я торговца построю и куплю строителя. А, мне даже не надо покупать, вот у меня тут бежит строитель. Так. Дальше, флотоводец. За атаку с флагами будет плюс 100% к силе. Поляк, только ты не распространяешь на меня религию, да? Договорились? Хорошо. Ой. Так, куплю здесь миссионера. Мы тот же заключил. Ну, можно культурный. Ну, это почти второй уровень, наверное, лучше.
Запретный город. Поляк как раз и построил. Два банка. Ну, банк я могу просто купить где-нибудь. Все, ускорили. Надо еще угольных электростанций, иначе мне электричества будет не хватать. И вообще, мне надо промышленную зону для японских городов где-то организовать. Звук, как будто кто-то на кого-то нападает где-то. Или рыбу обработать. Хотя рыбу лучше. Киловакисивани готово. процентов к типичным бонусам. Еще и 3 посла. Ну, это здорово. Так, фабрику надо в Антовалье будет сделать. Надо что-то еще построить. Давайте строителей. Из Сидзуоки куда-нибудь отправим караванчик. Кстати, можно и кампус, или театралку, или вообще производственный район, кстати. А, тут варвары-броненосец мой атакуют. Ну, я смотрю, что отстак отбивается. Почему ты так решил? Ну, я не вижу, чтобы какие-то города захватывались, я не вижу, чтобы уменьшение мощи было.
Так, тут, значит, один ход мы оставим. Строители, строители. Да, впуска пока. А, это Велька Ламан мне предлагают строить. Блин, как бы... Чейка горожан. Где бы мне жилья взять? Ну вот дает население. Ладно, давайте вот это построим чудо. Почему нет? Ладно, строители. Еще одного. Токио храм. Блин, надо миссионеров поотправлять. Столько всего надо сделать. Но я хочу все в буддизм обратить у себя. Он, кстати, не укрепил ее. Я уже не смогу укрепить. 9 ходов, и у меня еще 6 очков, да, по-моему? Мне надо этих послов. Давайте первый посол и 100% к морским юнитам. Я хочу каперы построить. Посол в Антананариву. Божественное право, чтобы быстро поменять карточки обратно. Гидра наземные плюс 2 к энергии. Не, ладно. Еще могу повысить. А, ну да, я же построил чудо. Так. Тут у меня в Хатусе перестал. Вообще там она немного давала. Прямо скажем. Точно. Я наблюдаю их битвы. Может, пора уже мир заключать, если настолько все безуспешно? Ну, хотя бы... Ну, а они воюют, по-моему, хода 3 только, нет? Один гор. А, тут еще фрегаты у канадца. Да,
Габустан. Значит, обратно возвращаем учетные банки. А дальше плантация. Тут плантацию тоже сделаем. Естественно, история открыта. Мы пошли в урбанизацию. Только через строительную инженерию. Так, раскапер. Два капер. Это я в химию тут иду, да? Блин, два пригорода, это далеко. Ну, в химию надо выйти, потом электричество, потом... компьютеры. Значит, тут все будет затоплено. Тут нужен кампус тоже. Ничего, город не растет. Македонский, а это у тебя к чему подготовка? Куча флота стоит. Два фрегата это подготовка. Что, у тебя там только два фрегата? Ну, пока да. Филиппо Брунеллески. Там на Габустане сидит. Я опять в золотой век тут выхожу, это понятно. Колизей, поляк. Ну, в связи с тем, что ацтек воюет с канадцем, то, соответственно, теперь уже поляк. У меня главный оппонент получается. Я с ним в союзе. Так, ну здесь я археологический музей построю. Блин, как мне города вырастить, я не понимаю. Ну, пригороды, мне в пригороды надо. То есть в урбанизацию. Тут фабрику, тут еще один капер. Три, нам три капера надо. Как раз строительную инженерию. Блин, давайте все-таки театралку. У меня с культурой, у меня культуры маловато.
Надо ли мне Хатусу? Она дает 2 единицы, нет. Мне надо вот Буэнос-Айрес точно держать. Это да. Давайте еще Ереван. Ну, чтоб давала веры. Побольше. Торговцев удвоим. Торговцев? Ну да. Может, чтобы не начислялись очки ученых, и, соответственно, и ученые не давали ничего. Я предлагаю, чтобы не начислялись очки ученых, и города-государства не дают уникальный бонус своему сюзерену, тоже эти научные. Вот я так голосую. Ну, мне надо будет захватывать финикийца. Надо выйти... в эсминцы. И в линкоры. Соответственно, мне нефти нужна для линкора, по-моему... А, уголь. Угля у меня дофига. У меня вход идет плюс 10. Надо в линкоры выходить, я думаю. Вот после компьютеров. Не начисляются. Не дают. Слушайте, я тут уже... Может, мне дипломатии? В третий раз речка разлилась на ромашке. Ну, может, тебе там дамбу поставить? А, чтобы ее взрывали, да? Нет, конечно, терпи разлив вот это вот. Блин, 3 кампуса у тебя похерилось. 3 кампуса. Нет, красиво. Там университеты. Не в смысле? А, ну да. Ну, что очень страшно. Университеты это сколько дают? Ну, да. Не, ну взрывать реально. Красиво. Будут. Это никак. Ацтек может мир? Какой зловещий смех. Кажется, мира не будет. Я тоже так думаю. Видимо, это нет. Ну, я хочу сказать, что у Канады где-то минус 100 очков военной мощи, а у Ацтек-то минус 400. В смысле минус 400? У него 1332 и 684. Ну, в смысле 1300? Мне показывают 1041. Вот так. Ну, мне 1332 показывают. Не знаю, где правда. Так. Человек не баги целы? У меня тоже самое, что Алексей куда попадет. 1332. Может, это из-за того, что я уже конец хода нажал? И у меня что-нибудь пересчиталось? Так, ну и опять золотой век. Будет, мне нужны пригороды быстрее.
ничего не ускорилось электричество, что три капера не пос... А, да, вон последний. О! Торнадо. Охренеть. Вот это, конечно, неприятно. Ну, пока население не погибло, но оно перемещается и реально может похерить мне. Так, канализации строим. Вот у нас где, например, жилье берется. В канализациях. Тем более, что мне надо... Так, универ я вообще куплю. Собственно, как и канализации я куплю, слушайте. Биржа, фабрика. Дай. Блин, мне тут нужен промышленный район тоже. Соответственно, и канализация нужна, чтобы где-то город вырос. Во, промышленную зону можно. Вообще нету никаких бонусов за соседство для промышленной зоны. Надо везде канализации купить. Так это Ацтек и Канадис там в начале игры обсуждали, как им расселяться, да? Да. Вроде договорились, и вот. Так, что ты мне тут за Галилео Галилея привел? А, ну это же Галилео Галилей. Он почти дошел до своей цели. А какая его цель? Горы, которые есть только у тебя. Дошел поселенец, блин.
Так, монумент, амбар. А сейчас сколько у ацтека, Лёш, ты видишь? 824. Вот сейчас я тоже. Столько. Так, а чё ты не хочешь мириться с канадцем? Ну, мы все равно уже с ним не догоним. Я вот не верю в это. В смысле, у тебя по науке нормально все? То есть у канадца, да, там все плохо. По науке, культуре, все нормально. В общем, канадец, можем замириться, но я хочу компенсацию за вот это вот все. Какую? А что у тебя есть? Вообще, я хочу Торонто и Галифакс, но города нельзя передавать, а захватывать я их буду еще долго. Всю твою одежду и мотоцикл давай. Да, вот именно так. Всю одежду и мотоцикл. Ну, либо миримся, либо нет. Без каких-либо. Хатусами, кажется, стоило бы канадцу захватить. Ну, меня напал. Мы из-за этого с тобой еще сильнее затормозились. А теперь ты хочешь просто соскочить. Анкарват построен. Мне просто города брать нечем. А че вообще Анкарват дает? А, плюс одно население во всех городах. Это круто. Ладно, города я не возьму, давай мириться, и сейчас тебе скину предложение. Давай. Все-таки золото в качестве компенсации я хочу. Так, надо торговать с кем-то ресурсами, красители по одному. Так, цитрусовые пряности. Цитрусовые. И Никея предложение. У него есть ацтек предложение. Соль у Канады. Канада предложение. Отлично. Блин, еще кофе надо отремонтировать. Открыл урбанизацию и стали варенье. Варваров, да. То есть Польша идет по нижней ветке, стали варенье. АД рассинхронизирован. У меня ничего не показывает. То есть она чего уже... Чего в этом случае надо делать? Ничего, ждать. Ну я в химию выхожу, в электричество. А нам, наверное, на паузу надо поставить, нет? Так, а радио я зачем открываю? Подожди, а зачем мне радио?
А, в компьютеры я хочу выйти. Чтоб не затопило. Нет, там не надо паузу, потому что он загрузится, у него таймера не будет. Я гружусь. Будем союз продлевать, Канадис? Так, покупаем лабы. Канадис. А, или когда он грузится, у него Discord не работает. Работает? Я слышу, да, говорю. Я загрузил. Ну, предлагай союз на продление какой-то, хочешь. Дружбу прими. Ну как его задержали? 84% было. Фераксис со своими процентами. Дебильными. Поляк, что за шпиона хочешь? Это нужно придумать. Так, что-то по производству. 54, 43, 38, 66. Так, здесь лабу тоже строим. Здесь купим. Блин, я не успел. Еще раз скинуть? Давай только 300, а не 400. Это как-то многовато. 350. Подойдет? У меня всего денег 400. 487. Давай... Давай 300. Мне показалось, там 2000 было, ладно. Ну, я купил здание. Хорошо. Бросишь тогда сделку? Хорошо. Класс, ну это надо фабрики вот здесь еще, наверное, вантова или постро или купить. Тут нормально с электричеством. Так. Ага, кто-то у меня тоже шпион, а? Небось ты, поляк, и шпионишь. Кинул предложение, поляк.
Блин, надо археологов покупать, я забыл про них. Вкуска. Денег, правда, нету пока. Но вы держитесь. Видите, даже когда правительственная площадь плюс 5, да? Вот сейчас она восстановится, станет 7. Вот оно стало 7 золота. Разведчика убили варвары. То есть, когда правительственная. Когда какой-то район разрушен, он не дает бонус соседства. Все в темные ушли. Так, пригороды надо строить. Ну тут в демократию идем. Две полевых пушки надо, блин. А я пушки-то открыл. Нифига. Хорошо, корпуса надо сформировать. Раз, два. Ну и вот этот. Причем корпуса только из наземных юнитов. Вот в чем дело. Карта, конечно, странная. О, плюс два. Еще и... Так, вот этот лес надо вырубить. Где... строители. Не хочу не тратить деньги, я хочу купить. Блин, реально не успеваешь. Хочу купить археолога. Он задолбал топтаться на одном и том же месте. Мне кажется, он третий ход вот ходит в районе шести клеток одних и тех же туда-сюда, туда-сюда по моим юнитам. Ну, ну да, этого и электростанцию. У меня поэтому и не было электричества, ну, да, вот кстати. Вот здесь вот. Надо вот эту о, починить прям вкуска. Прям мне на ромашку, красавчик. Да вот тут что-то происходит, во-во-во. Нет, тут нужен сначала рабочий. А вот тут пригород. Да когда тут в буддизм... А, во, обратилась. Наконец-то. Построить здесь арбалеты, и как раз вам будет этот. О.
раз сделаем третий корпус. Так, покупаем археолога. Эти юниты возвращать уже к себе, на родину. На этом пока все. Продолжение спонсоры могут увидеть прямо сейчас во вкладке сообщества, а для всех остальных оно запланировано на завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!